Ну, это сейчас все под пленочкой, посмотрим, как загрузится. На задней камере пленки нету. По краю железные вставки на болтиках. Очень, конечно, красиво выглядит. Задняя тоже крышка прикручена на болтики, на звездочки шестигранные. Просит ставить сим-карту. Сразу у нас в наличии есть несколько языков, в том числе и русский. Еще и смотрите, кроме русского еще можно выбрать регион. Давайте Россия. Можно сразу же позвонить, если нет симки. Заряд телефона 98%. У вас когда-нибудь такое было? Ну что, давайте начнем. Сим-карты нету, пропустим. Сразу же предлагают настроить как новое устройство, либо скопировать откуда-то. Ну так как это у нас новое. Есть несколько Wi-Fi подключений. Выберем свое. Сейчас. Так, ну пароль ввели. Делаем подключить. Да. Интересный телефон. Так, ну что, подключение произошло успешно. Wi-Fi у нас подключился. Тут же идет проверка обновлений. Посмотрим, что нам производитель. Обновил ли наш телефон до полной версии или нет. Угу. Обновлений новых нету, но вот просит нас войти уже в Google. Сейчас войдем. Так, ну что, в свой аккаунт Google мы зашли без проблем. Просит нас добавить сканер отпечатков пальцев. Тоже пока пропустим. Сервисы Google еще выскакивают. Это мы разрешаем, потом настроим. Так, ну что, все. Мы можем далее использовать наш телефон. Так, это мы тоже пока пропустим. Сколько много нам надо настроить, прежде чем попасть в телефон. Какая интересная красочная заставка. Да ладно. Сколько можно? Это же сейчас уже наш телефон, и мы можем делать с ним все, что захочем. Так, ну что? Очень, конечно, все выглядит. Только непривычно немножко. Мы еще с таким не работали интерфейсом. Время 5.12, правильно угадала. Угу. Есть какое-то новое обновление. Вышла новая версия. 1.12 от 1 января 24 числа. Так, ну что, поставим чуть его попозже. 153 мегабайта. Нам надо сейчас поиграться с ним. Угу. Пришло уведомление, что мы зашли в Google. Что у нас тут еще есть? Достаточно много всяких настроек, даже фонарик. Фонарик не особо яркий, но где-то подсветить хватит. Автоповороты, разные настройки. Защита глаз, штрих-код. Так, ну что? Что тут еще у нас интересного есть? В настройках отпечатки пальцев. У нас там Android. Android у нас идет, ну, прям производителем вообще заморочился. А, значит, Android 7.1. Версия 7.1.1. Сейчас посмотрим после обновления, что будет. Версия от 01.24. Прошивка. Последнее обновление безопасности 5 апреля. Совсем свежий. Сейчас май. Май 28 число. Так, ну что, очень большое количество настроек. Я думаю, что впоследствии мы посмотрим, какие там есть интересные вещи. Так, ну что. Что у нас тут изначально идет? Камера. Камера вполне приличного качества. Есть какие-то небольшие настройки.
HDR сразу же предлагают. Ну да. Да, после снятия пленки, видите, здесь есть еще одна дополнительная пленочка. Идет уже, кроме транспортировочной, идет уже пленка с завода и плюс еще пленка, которую нам производитель положил, что очень ему огромное спасибо. Как всех это обычно интересует, есть ли тут вирусы. Давайте скачаем Доктор Веб. Посмотрим, пока у нас там скачивается обновление. Так, ну что, Доктор Веб у нас установился. Быстрая проверка нету. Полная проверка, ну, я думаю, сейчас быстро пройдет. Это проскочило. Ну что, боковые грани выполнены из металла. На болтики прикручены на шестигранники. Даже, скорее всего, не шестигранник, это звездочка. Сканер отпечатка пальцев тоже сбоку сделан. Достаточно интересно, удобно. Можно сделать на большой палец, к примеру. Что из особенностей? Две камеры. 2% уже пробежало. Что очень так быстро. Необычный дизайн самого корпуса. Заостренный верх. Ну и скошенные углы. Так, ну в это время у нас там где-то у нас была прошивочка скачивалась. Посмотрим. Прошивка уже скачалась. 153 мегабайта. От 7 мая новое обновление. Как вы видите, производитель заботится. Делает новые прошивки, новое обновление. Так. У нас обновление скачалось. Нажимаю обновить сейчас. И подождем. Идет установка обновления. Так, ну что. Обновление версии произошло. Достаточно быстро. Посмотрим, что у нас сейчас там стало. Версия та же. Дополнение от 7 числа 5 месяца. Ну что, будем дальше.